Сракишевқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Өйткені басқа спорт түріне қарағанда бізге көбінесе көңіл аударады. Біздің президентіміз Кеңес Сракишев осылай қаржылай түрде көмек ретінде, өйткені үлкен түсініспеншілікпен ол қарайды бізге. Сөйтіп бізге осындай қолдау көрсеткеніне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Және осылай спортсмендерді түсініп, бізге осындай көңіл аударып жатқаны. Бокс в Казахстане является одним из самых популярных видов спорта, как вы знаете. И женский бокс набирает тоже популярность. Вот со временем вы знаете, что наши члены сборной по женской на сегодняшний день показывают отличные результаты. У нас очень много чемпионок мира, чемпионок Азии. Мы сегодня обсуждали, что один из самых важных аспектов подготовки – это не только профессиональной спортивной подготовки, а также фармакология, то есть те новые технологии, которые сегодня применяются во всем мире, мы должны тоже учитывать, смотреть, чтобы аспект здоровья очень важный играл роль. Поэтому мы уделяем внимание всем данным аспектам.